Всем привет, сегодня я покажу, как монтировать в CapCut. Поехали! Сначала нажимаем новый проект. Выбираем видео или фото, которое хотим монтировать. Эффекты на ваш вкус. Если есть ненужные моменты, нажимаем «Изменить». Чтобы сохранить, нажимаем кнопку в правом верхнем углу. Когда все загрузится, нажимаете «Готово». Всем пока, это был тутор, как монтировать.